В День защиты детей 1 июня в Козьмодемьянске стартует детская навигация. Юнги парусного клуба «Паллада» вновь выйдут на Волгу. Верфи парусного клуба «Паллада» завершается строительство Ушкуя. Это копия старинного судна, на котором около 7 веков назад ходили наши предки. Длина лодки 10 метров, ширина около 2. Построить такое судно удалось благодаря проекту «Детская флотилия Мариэл». Осенью прошлого года палладовцы начали изучать историю деревянного судостроительства и познакомились с технологией клинкерной обшивки. Юные корабелы сами участвовали в постройке парусника, шили поясья судна, изготавливали медные гвозди и шкурили дерево. Палладовцы уверены, их Ушкуй будет резвым, быстрым и немного озорным, поэтому решили назвать его «Умка». Уже на днях судно выйдет на Волгу, и юнги смогут испытать его в деле. Можно было легко им управлять, подходить к берегу, отходить от берега. Вот. Это вот нас заинтересовало. Вот, хотя ими ушкуйники действительно внесли очень много в историю развития нашего государства. Вот, казачество появилось благодаря ушкуйникам. Сергей Махнев в парусном клубе 10 лет. За эти годы он завязал сотни, а то и тысячи морских узлов и принял участие в нескольких водных походах. Больше всего запомнилось прошлогоднее плавание в Татарстан. Почти неделю ребята на практике учились управлять судном, осилили жару и даже шторм. Это было хорошее испытание для нас, потому что мы многому чему научились. Самостоятельности, главное, у нас практически все научились стоять на руле, сами готовить. И также мы посетили много хороших достопримечательностей, как самого города Казань, так еще и других городов, которые мы проезжали мимо. Скоро палладовцев ждет московское кругосветное путешествие в рамках проекта «Маленькие капитаны Мариэл». Идея была поддержана фондом президентских грантов. К этому походу ребята начали готовиться еще зимой. Учились морскому делу и развивали физические данные. Юнги парусного клуба «Паллада» вверх по Волге намерены добраться до Москвы. После смена экипажа и путь домой. Наша задача – помочь детей создать условия для того, чтобы они занимались морским делом, судостроением и так далее. Мы такой, кстати, задачи не ставим, чтобы у нас все были моряки. Главное, чтобы они были нормальными людьми, нашли себе свое место в жизни. Наше дело просто показать разные пути дороги, в том числе и морские. Вот. Очень много ребят учатся в речных училищах, некоторые уже их закончили, учатся у нас и в университете водного транспорта в Нижнем Новгороде, в Москве, даже в Новороссийске. Недавно один наш выпускник палладовец закончил Балтийскую государственную академию рыбопромыслового флота и сейчас работает на океанском судне. Сегодня воспитанники «Паллады» – юнги от 8 до 16 лет. Они изучают азы военно-морского искусства, историю Отечества, подвиги великих моряков, участвуют в военно-патриотических мероприятиях, а самое главное – ходят в настоящие походы на парусном судне.